Доброе утро! Скоро лето, и первое, что придется нам всем демонстрировать, это мышцы рук. Не обязательно иметь дома гантели, достаточно взять пластиковые бутылки пол-литра либо литровые, наполнить их водой и укрепить мышцы плечевого пояса. Я вам расскажу, как это сделать. Итак, первое упражнение. Стопы на ширине плеч, коленные суставы можно чуть-чуть согнуть, живот подобрать, копчик немножечко направить вниз, чтобы не выгибалась поясница. Руки в стороне, ладони направлены на ваши бедра. Локти чуть-чуть согнуты. Поднимаем руки в сторону вверх. Локоть направлен немножечко вверх. Делаем выдох. Опускаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это упражнение повторяем 15-20 раз. Второе упражнение. Руки поднимаем вверх, оставляем их вверху и начинаем руки сводить. Направляем друг к другу, обратно. На сведение выдох, вдох. Работает та же самая мышца, включается еще немножечко грудная мышца. То есть ощущаем все мышцы в области зоны декольте. А декольте тоже должно быть красивым у нас летом. И третье упражнение. Поднимите руки вверх. Плечо напротив уха, локтевой сустав согнут под углом 90 градусов. Сильнее сгибать нельзя, иначе перегрузим сустав. И на выдохе разгибаем локоть, выдох, вдох, согнули, выдох, вдох, согнули. Это упражнение повторите 15-20 раз. И еще одно упражнение, которое хорошо укрепляет мышцы спины, включая заднюю поверхность той же самой дельтовидной мышцы. Колени чуть-чуть согнуты, корпус опускаем вперед, ладони направлены друг на друга, макушка вперед, голову не задираем, шея не зажата. И поднимаем руки в стороны вверх, фиксируем вверху, выдох, опускаем вдох. А сейчас хороший вдох и выдох. Еще раз всем доброе, хорошее солнечное утро, до встречи!